Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим вот такие лепешечки с мясом. Для начала готовим тесто. Для теста нам понадобится кефир или мацони, соль, сода и мука. Кефир насыпаем соль и соду. Перемешиваем. В муку добавили кефир. Сейчас будем вмешивать тесто. Вот такое тесто у нас получилось. Разделяем на части и формируем из них колобки. Накрываем тесто и даем отдохнуть 30 минут. Готовим начинку. Для начинки нам нужно фарш, аджика и соль по вкусу. Фарш можно брать любой, у меня конина. Все это добавляем и перемешиваем. Если фарш получается густой, добавляем водичку. Наша начинка готова. Раскатываем тесто тонким пластом.
Положили на бумагу. Сверху кладем мясо. Равняем. Кладем на противень и отправляем в разогретую духовку запекаться. На 5 минут. Достаем лепешки и кладем друг на друга. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!